товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака, интересно. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать.
Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается. И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная девятка. Объясни, пожалуйста, что это такое? Ложная девятка — это когда нету ярко выраженного нападающего, и любой из игроков группы нападения может оказаться на передней линии. Такой состав будет с первых... Эрарди! Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Вперед идет атака. Интересно может быть. И наш матч начинается.
И вот мы видим состав хозяев. Есть такое понятие — ложная диверсия.